Пока парк «Молодежный» — это несколько детских площадок до центральной аллеи, соединяющей улицы Нововокзальную и Воронежскую, где горожане занимаются физкультурой. Но совсем скоро территория изменится. Парк был выдвинут на общественное голосование за благоустройство по программе «Комфортная городская среда» прошлой весной. За эту локацию проголосовали больше всего самарцев – свыше 26 тысяч человек. Благоустройство парка, как и еще 4 общественных пространств, начнется в этом году. Чем будет наполнена территория, глава Самары обсудила с подрядчиками. Мы рассматривали как раз все вопросы благоустройства, что мы планируем сделать в этом году. Неоднократно говорили, что парк достаточно большой, что это будет не один этап благоустройства. Вот сегодня определялись по этапности. Планируется, что в парке будут зоны на любой вкус. Множество спорт-объектов, тренажерные площадки, поля для игровых видов спорта, велосипедные и беговые дорожки. Большие детские игровые площадки с безопасным покрытием и зонами отдыха для родителей. Мы планировали также водную площадку, такой, как у нас на Рекодеево, но она в 2 раза больше. То есть, и она еще и крытая, тритовая, чтобы солнце не было сильно. Кроме того, проведут дополнительное озеленение парка, установят несколько арт-объектов, а также обновят входные группы. Основные работы в парке «Молодежный» начнутся, как только позволит погода и сойдет снег. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.